Следующая пранаяма называется щитали. Есть две похожих пранаямы. Щитали и ситкали. Если вам сложно выполнять щитали пранаяму, то вы можете делать просто ситкари пранаяму. Сложность заключается в том, что нужно складывать язык трубочкой. Если вам сложно язык складывать таким образом, вы можете делать вдох посредством положения клюв вороны. Такое. Обе пранаямы считаются охлаждающими. Они устраняют избыток питта-доши. Здесь всегда вдох делается через рот, а выдох через нос. После вдоха делается задержка. Во время задержки выполняются три замка, три бандхи. Делается следующим образом. Не забываем о том, что вдох делается через рот, задержка, три бандхи, отпускаем три бандхи и делаем выдох. Это одна серия. Такую пранаяму можно выполнять 3-4.